В Беларуси продолжается масштабная подготовка ко Дню независимости. Центральным событием праздника, по традиции, станет военный парад. Репетиции механизированной колонны проходили на аэродроме Липки. Тренировки завершились. Сегодня техника вернется в пункт постоянной дислокации – военный городок Уручи. В связи с этим временно будет ограничено движение в городе. Возвращение с аэродрома запланировано на сегодня на 8 часов вечера. Маршрут колонны пролегает по улицам Основателей, Стариновская, Скорины, участок МКАД.